эта рыбка, она плывет в своей среде, в своем аквариуме, в своем мире. Так и я. Все, обычный режим, никакого спорта. Куда ты, придурок? Несутся здесь. Уйди! Откуда? Да хотя все понятно. Папа всю жизнь за рулем, с детства учил ездить. Мама тоже всю жизнь за рулем. Мама даже беременная мной была, за рулем ездила. До последнего вообще. Чуть ли не сама приехала рожать. Просто очень люблю машину. Я не знаю, как так любить можно. Все, вам все время прямо туда. И удачи вам и по жизни, и по дороге, и во всем остальном. Пока, ребят. Бля, нахуй это сделал? Мама говорит, все время прямо. А да сами. Ладно, блядь. Ну, будем считать, что у нас какой-нибудь там кадр хороший получился, да? Кстати, знаешь что? Три золотые рыбки, которые со мной ехали от зоомагазина до рестайлинга. И вот этот камень. Говна столько было в салоне, они проехали 5 километров. Ты не представляешь, сколько было говна. Все в говне. Это, по-моему, тоже он уже подпустил. Ну, это подпустило, я ее только подержал в руках, она уже видишь, как это самое.